Привет! Сегодня вам решил показать страну лимузинов. Посмотрите, пожалуйста, какие лимузины здесь стоят. Вообще, гляньте, вот лимузинчик. Вот лимузинчик, гляньте, какой нехилый. Там вон еще лимузины, вон вдалеке. Все стоят, все в снегу. Вот так все это выглядит, ребят. Страна лимузинов, замерзших. Снег, январь. Ну, хочется мне его показать, там он еще вдалеке. Сейчас мы обойдем с вами, посмотрим. Гляньте, как прикольно, а? Это находится прям вот театр драмы. Наш липецкий. Вот эти лимузинчики, ребята. Джипачки есть. Есть просто. А мне поснимать их хочется. Посмотрите, какие лимузины, а? Вот то, что внутри. Ну, не видно, остальные окна все затонированы. Бентли, Кадиллаки, гляньте, как красиво, а? Вот какие лимузинчики, 48-й регион, Автоэкзотика РФ. Вон еще один такой же. Вообще крутяк, да? Крутая штучка. Вот лимузины. Короче, везде одни лимузины, ребята. Лимузины, и мы с вами идем по снегу. Решил показать вам вот такое местечко. Что-то мне понравилось так. Потому что не раз... Ну, я был здесь, но не снимал никогда. Давайте снимем вот так. В общем, одни лимузины, ребят. Посмотрите, как все это выглядит. Думаю, интересно. Но мне, по крайней мере, точно. Столько лимузинов, все в этих. Снегу заморожены. Никто, видно, на них давно уже не ездил, снег не чистился. Ну, на всякие торжества, на свадьбы, пожалуйста. Прикольная тема. Вот хороший лимузинчик, джип такой. Прикольный лимузинчик. Внутри там что? Отражает стекло. Ну, вот такие классные аппараты. Ладно, все, всем пока, ребят.